Мы видео снимаем все. Канал Корн. Ему помог посмотреть на его канале. Он попробовал поддержать. Самый первый у меня. Проблема самбо или тело. Всех врагов кидаю с прогиба. Все друзья зовут меня Нига. Самое мощное крутое тело. Все убегают тут Михаила Фредди. Там, короче, были эти люди, когда заткнули этого чувака. Такой, как ты. Я легендарен, как все леги. Накачал тело, и теперь я не босс. Затащил катку из дома, я босс. Такой я спортсмен, и готовьте мне тост. Что говоря? Лунтик? Да, долба! Это не Рарита, где я безопасно оплачиваю товары с доставкой. Пожалуйста. О, как эй, на луне, в космосе, я родился в ракете. Я живу на тифте, разозлишь там эти. Как дела, дела, вам пока ваша и я. Будем хамить на ютубе, лунтик, это навсегда. Луны я к вам свалился, на Иве очутился. Тут жил и тут крутился. Музыка Моргенштерна. Почти. Я круто танцую, угадал. Рокер, тренировка 2 часа длится. Какая 2 часа? Сколько рюкзак весит? 2 часа? Если это все считать, то... 200 с чем-то. В чем прикол Майнкрафта? Как так можно было сделать? Я рисую сомбреро, чтобы унизить. Вот какой ты сомбреро, блин, с зеленой башкой. Блин, чтобы тебя унизить. Чувак, давай позвоним А4. Два скачаем. А4 попробуем. Это, кстати, Максима канал. Дура, что ли? Стоп, говнюк. Да я из-за этого не... Да не надо, пусть видео длится. Вообще-то все ютуберы делают видео, когда играют. Скажи, когда пытаются что-то скачать. Что это за фигня? Я так всегда делаю. А, сука, рот. Это новый... Так. Чувак, я нашел А4. Только это неправда. А, жаль, скажи. В игре я самый сильный. Так, переписываться я не буду с ним переписываться, конечно, позвонить. Все, закачиваю А4, чувак. А ебулами. Все уже? Нет, еще. Еще загрузка идет. А ебулами. Если что, не бойся. А4. А4, если ему позвонить, то он хейтер. Это обычный человек, который думает, что он... Это твой одноклассник, это одноклассник. Нет, был. Был. Нет, нехорошо, очень скучно. Отстаньте! Кого? Палагин на старый новый, если что. Ты это сказал. А что? Не, ему сейчас крышка будет. Беги, пацан, беги. Хоть я тебя не знаю, но мне... Палагин из нашего класса. Он такой же. Все, скоро загрузится. Все, загрузилось. Что? Мы сейчас будем смотреть А4 звонить. Я знаю, что Паладин, короче, реально, это этот Керик Паладин. А? Это реально Керик Паладин? Да. Это кому? А это никому, это его жене. Звони, отвечай. Алло. Здорово, да, это Влад А4. Привет. Мы рисовали предмет 3D ручками. Да на нас определить, какой рисунок лучше. Понял? А ты ел пельмени? Смотри, не спеши. Смотри. Он сказал, не спеши. Да стой. Я по вебке позвоню. Алло. Здорово, да, это Влад А4. Ты что, Глент? Смотри, мы рисовали предмет 3D. Ну, это пиздоёб, сука, ёб. Тебе нужно определить, какой рисунок. Здорово. Понял? Нет, не понял. Сука, ты не спеши. Не понял, иди в жопу. Смотри, это оригинал. Смотри, шапка номер 1. Ну? Не спеши, рассмотри каждую. Вот, шапка выглядит вот так. Отпусти, шапка номер 2. Шапка номер 2. Вот так. Иди в жопу! Номер 3 выглядит. А ну попробуй написать.
Да я ебул у меня. Переписка А4 фейк, блин. Давай другого. Че звонят? Она будет с подругой гулять. С уч. А вот она, учка. С учковатой будет гулять. Ща будем звонить, А4, что поделать? Ты заткнется можешь? Иди сюда, я нашел Влада А4. Тут можно по вебке с ним реально. Давай посмотрю, какие тут есть А4. Чувак, когда он женится, А4 богатший. Братан, тут много А4. Тут много А4, чувак. Смотри, не поддельный А4. Это супер. Тебе сейчас он позвонит. Пиздец. Блин, это Муму. Это Муму. Ты что, Муму нужно? А ты в курсе, что нужно Муму бояться? Она страшная. Вот настоящая 4, это да, уже не подкова. Ложный вызов. Видеозвонок. Да, ты будешь с ним переговариваться. Я просто не люблю, когда меня ютуберы зырят. Да что ты сыкуешь? Все, я захожу. Там сырбух идет, там сырбух идет. Сымбух? Какой сымбух? Сырбух. Видишь, сырбух. Я такой тупо, а ты тупая нищ. Не можешь дышать, как дебил. Мне так нравится урок. Ты просто дебил. Ну ты реально дебил, слушай. Твоя мама не возражает, что ты дебил. Окей. Так, этот А4 позвоним ему сейчас. Чувак, А4. А4, Ч4. По вебке. Так. Я думаю. Здорово, да. Здорово. Пососи хуй. Мы рисовали предмет 3D ручками. Ну, что дальше? Определить. Какой рисунок? Ну, что дальше? Подари мерч 4, пожалуйста. Подари мерч. Смотри, понимаешь. Слышь, ты что намекаешь это на меня? Оригинал. Смотри, шапка номер 1. Дурак. Не спеши, рассмотри каждую. А4 вот. Задолбал. Номер 2 выглядит... Дебил, вот это так. Не реклама. Это реально А4. Шапка номер 3 выглядит вот так. Это А4. Все плохо, но сейчас посмотри на его вебку. Какая цифра? Смотри, мы сейчас на вебку. Собаки. Волки целуют. Третья. Там песенка живет реально. Привет, с вами я. Здорово. Чупакабра. Если ты будешь жить, тогда заболеть реально можно. Побила, короче. Смотри. Оло. Здорово, да, это Влад А4. Что побило ты, понял? Ладно, пока А4, короче, иди в жопу. Иди в жопу, слушай. Отправить, я не хочу это говно. В школе? Я сейчас хожу в школе.
Таких шорних. Что это? Я не знаю, это я построил. Может, раз... Сиреноголовый чувачок. Сиреноголовый, как он сейчас в России? Пожалуйста, фишерку. Пожалуйста, маленький. Пошли отсюда. Пошли. Не наш, чужой. Нет, это наш. Нет, это наш. Это наш. Что на тренинг ходит из вас быстро? Что за дебил на тренинг? Ходишь на тренировку? Не хочу на нее больше ходить. У меня был этот. А у вас новенький есть? Я ему выбил ПМ. Где? Бравли! Говно! Бравл Старс! А в твоем? Амонг Ас говно! Так и есть. Женщина уехал. Амонг Ас говно. Я отойду, у вас свой разговор, да? Я Ребят, я отойду, у вас свой разговор, да? Эй, Чупакабра, ты идешь? Макс! Макс! Максим, ты глухой! Макс, ты идешь? Вы идешь? Пошли! Молодец, что заткнулся. Ты, Саида. В Майнкрафте водобумблин. Водобумблин? Это в скайблоке, если что-то не знаю. Иди давай паркур быстрее. Звук поставим в слой соседей. Я понял, что это за говно. Нами внизу. Я знаю, что здесь это сама огняная музыка. Любви, говорит, до утра. Это юность моя. Как это говно слышно? Это юность моя. Звук поставим на всю. И соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Подожди. Про время суток я в аду. А, это один. Он сказал сильно голову, что ты делал. Это настоящий фотик. Уверен, старый забрал. Это Макс. Высокий страшный монстряк, бессиренный, нету глаз. 20 метров в высоте, 5 секунды и во тьме. Саренхед, Саренхед, это страшный Саренхед. Такой громкий, такой жесткий, очень страшный Саренхед. Конечно, уже на говне. Я согласен. Брошен миром вниз, но не опустил руки. Ты держись крепче. За меч хватит. Слушай, сил. Крыльев больше нет. Пошли, плювоть. Если она не справится, и мир погрузит. Говно. Если ты любишь своих родителей, хочешь, чтобы они прожили...
обожают снимать видосы для фанатов. И с каждым днем. Да, пчеловод и пчеловод. Кстати, это я снял, это мой канал, видишь? Давай назовем на мой канал. Я уже устал за сегодняшний день. О, смотри, какой у меня канал. Смотри, какой у меня канал. Я майнкрафтер, слушай. Смотри на мои видосы. Смотри. Всем привет, дорогие друзья. С вами Андрей Рур. И с вами и мы с я голос привет. Это когда мне в голос охрипнул, у меня такой голос. Сегодня я вам покажу, как его можно прокачать до уровня бомбардировщика. Иди сюда, посмотри, как я майнкрафт снял. И многоместного пассажирного самолета. Что ж, приятного просмотра. У тебя даже нет заставки. Для постройки бомбардировщика нам понадобится очень много динамита. Эй, я на тебя просто поставлю. Просто валим. Раздатчики. Иди в жопу. Ой, иди сюда в жопу. Тебе в жопу. Смотри, какое лицо маленькое. Смотри, что будет.
Это Спанч Боб поет. Дурачок, мы не снимаем. Да. Ой, что это за фигня? Что в браке бывает? Дурачок, ложка это? Хуя. Это первый известный Майнкрафт. Всем привет, ребят! Кто будет говорить? Говно, говно, ложка же говно. Ложка же говно. Ложка же говно. Пока. Макс, он что-то... не делал, все, он со мной. Более с вами? Мы с Максом договорились, блядь, с ним. А он как дебил. Да Вадик сам виноват. Да не будет. Ты сам сказал, первый сходил. Я знаю, что попал на физкультуру на стол. Я знаю, откуда он знает это. Ты мне сказал, говнюк. Я знаю, что у тебя есть ей фотки, блин. Да Вадик! Вадик! Что нафиг тебе нужно? Да блин, это его идея, все это он сам виноват. Моя Макс идея. Вообще, все он... Что? Что? Да, можно. Спасибо. Он сам, да не знаю. Теперь и мой телефон. Все, спасибо. А твой? Ты только и думаешь о телефоне. Ты тоже думаешь на телефоне? Ага, разбежались. Ты чуть-чуть... Это чуть-чуть вообще на целых 2 часа затянется. О! Приходи к нему, мы с ним будем гулять до 2.